Посмотри, какие глаза. Прямо бездна. Не глаза. Зелененькие. Можно утонуть. Ярко-зеленый цвет глаз – это не единственное, что привлекает в этих собаках. Они любят играть и легко идут на контакт. Три сестры попали в приют совсем недавно. Их выкинули возле дороги, целый помет. Некоторые щенки погибли, и мужчина ложился в больницу. Очень переживал, чтобы щенки дальше не погибли, привез нам. Их было четверо. Одного щенка, мальчика, забрали сразу. Остались три девочки. Неравнодушный мужчина еще привез вольер и будку, чтобы щенкам было комфортно до того момента, когда их заберут. Сейчас им около 3 месяцев. Любят каши, но не откажутся и от корма. Как мы видим, за едой выстроились все. Вот даже кошки. Держите. Ты тоже будешь? О, держи. Пока у них нет имен, заботливых хозяев и теплого дома. Но они верят, что это временно. Такого цвета собаки очень редко бывают. Поэтому желательно, кто возьмет, я так думаю, тому будет большое счастье. Главное, чтобы хозяева были ответственны. Обещали быть хорошими охранниками. Думаю, что не подведут. Мы в этом уверены. Эти малышки точно станут для вас лучшими друзьями. Приют всегда нуждается в помощи. Сейчас на экранах вы видите счет, на который можно перевести средства. Помните, кроме нас, животным, никто не поможет.